Это очередное незаконное смещение Вашкана, организованное по инициативе, в данном случае, уже другой политической партии. Мы с вами знаем, что 11 лет, да, 12 лет назад по инициативе Компартии точно так же было озвучено, что Крайтор украл, незаконно построил злочастный туалет. В конце концов, Башкан вынужден был подать в отставку. Точно такая же процедура с участием, к сожалению, одних и тех же лиц. Топал Иван Петрович, Демьян Николаевич, Карасини Демьян Николаевич. Ну и я очень сожалею, что в этом ряду появился и Бургуджи, который сегодня фактически двигатель, торпеда процесса незаконного смещения. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим жителям, ко всем здравомыслящим личностям, которые оценивают ситуацию правильно, весь смысл происходящих заставить Пармузала уйти с политической арены для того, чтобы не состоявшийся пока Башкан пришел на освободившееся место. Я думаю, что вы понимаете, речь о ком идет. К сожалению, коммунисты в данном случае пока молчат, они помогают в этом процессе. Здесь вопрос касается и вообще республиканских тенденций. Коммунистам интересно, чтобы быстрее добиться объявления досрочных выборов на уровне республики. Ну, а Гагаузия как площадка для дестабилизации ситуации.